Ребят, всем привет, с вами Максим Шубин, и давайте наберем хотя бы 40 лайков под этим роликом, и тогда выйдет новая часть прохождения по этой игре, это Star Wars. Поехали начать новое приключение. Режим истории: рыцарь джедай, мастер джедай, грандмастер джедай. Вот это небо, друзья мои. Какая луна. Так, какой-то космический корабль, похоже. Так, все достаточно пока прикольно выглядит. Музычка какая-то играет, что ли? Данная. Я, честно говоря, не могу сказать, что я фанат Звездных войн. Но, тем не менее, я понимаю всю мощь этой вселенной. Погнали, братан. Вот и он же. На линии 10 есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдия удвоит оплату за смену. Давай, Кэл. Надбавка нам не повредит. А? Ладно. Отлично. Идем. За работу. Так, я, получается, за этого пацанчика буду орудовать. Вот такая сцена, которая была, мне понравилась. Достаточно веселая. Так, что по физике? Что по физике сразу? ПХЗ. Ничего пока супер особенного нету. В плане графики все круто, если честно. Мне очень прям нравится. Все выглядит круто. Я не знаю, здесь максимальные настройки. Я все по умолчанию оставил, то есть чтобы было оптимально для моего компьютера. Но мне графика нравится, друзья. Мне графика нравится. Опять же, у меня монитор 2К. И я несколько лучше, наверное, вижу, чем вот вы можете видеть на ютубе сейчас вот эту картинку. Все выглядит очень, так знаете, масштабно. Эти вот звездолеты, космолеты. Такое бескрайнее небо. Такая некая утопия. Ну, это, наверное, из-за погоды создается такое вот у меня впечатление. И утопии. Так, какие-то бочки еще. И как я поднимусь? Он-то цел. Как мне-то теперь забраться? Но лестница конец. И как мне теперь забраться? Ничего, я находчивый. Угу. Чего не может сюда запрыгнуть? Он же типа мастер джедай. Ну или там гуру. Ну почему никуда не может запрыгнуть? Что за... Кому? Погнали сюда. Как будто бы на сноуборде каком-то едешь, знаете. Покинь эту базу немедленно. А что, нелегальный мусор? Нелегальный? Но мусор же. Странно как-то. Нелегальный мусор. Наверное, сюда нам нужно. Я не знаю, на самом деле, куда нам нужно. У нас ни карты, ничего нету. Пока я просто любуюсь, на самом деле, игрой. Вот график. Мне нравится график. Классная графика, на самом деле. Куда нам надо вообще идти? Я, честно говоря, не знаю. Нет, я, наверное, надо было на эту вот веревку прыгнуть. Скорее всего. Да. Хорош. Хорош, сейчас было нормально. О. Так, этот чувак, похоже, не тот, кто нам нужен. Какие-то гоблины, знаете. Просто прохожу мимо. Просто прохожу мимо. Просто я занимаюсь паркуром. Е, прыгните, нажмите, чтобы...
Так. В смысле? Что-то я сейчас не очень понял, как это работает. Прыгните и нажмите, чтобы... Е. Или это просто подсказка, типа? Наверное, это просто подсказка какая-то, которая не очень в данном случае работает, может быть. О! Здесь мы, кажется, можем залазить. Клёво. Так, давай сюда мы перелезем, наверное. Здорово, пацаны, как у вас дела? Так, дальше нам куда? Кто бы знал еще. Чего? Чего ты так нас подзываешь? Он, похоже, вообще никого не подзывает, он просто тупит. Так, куда дальше-то? Туда точно не стоит соваться. Может быть, в эту трубу какую-то, я не знаю, попытаться залезть. О, можно, оказывается. Реально? Блин, это не мастер этот, как его... джедай. А это паркур какой-то, знаете, ребят. Мастер паркура. Прикольно, прикольно. Слышь, Кэл, рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался. Ха-ха-ха. Так, ну что ж. Блин, слушайте, я как бы не особо боязливый человек, вроде бы, ну, в плане там высоты, да. Ну, типа, я как бы, как, наверное, обычный человек, испытываю некий... холодок. Но вот здесь ощущается этот холодок, знаете, все-таки игра дает эти эмоции. Это здорово, друзья. Я пока только хвалю игру, на самом деле. Я пока только хвалю игру. Как даже странно. Просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте. Я вообще не знаю, куда иду, но я все равно куда-то иду. Это очень странно и забавно. Куда нам вообще идти надо, я не знаю. Абсолютно. Возможно, того чувака как-то попытаться найти. А вот, наверное, надо сюда прыгнуть. Да, хорошо. Я вроде начинаю понимать эту игру. Хорош. Как-то... А, вот этот чувак. Звучит неплохо, скоро буду. Спрыгнуть? Я не очень хочу спрыгивать, если честно. Подожди, а что-то как-то... Ну ладно, давайте нажмем Z. Это прикольно, кстати. Так, дальше куда? Если бы я еще знал. Сюда я не хочу. Там будет, наверное, мне больненько, больненько. Дальше-то куда? Дальше-то куда? А, я понял, короче, сюда надо, по-любому, на вот эти штуки. Залазить. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Я немножечко тут глупанул. Так. Во, слушайте, я прям как в Ассасина играю. Правда, в Ассасина... Нет, я играл в Ассасина. Assassin's Creed Odyssey, по-моему, играл. Точно, я в него играл. Потому что похожее было. Так, Z, помним. Как ты здесь оказался? А ты как здесь оказалась? Кстати, да. Как ты здесь оказалась? Я вообще охреневаю просто. Это прям вау. Это прям... Слушайте, я чувствую себя как будто бы... Я немножко в другую игру играю. Где там эти световые мечи, где вот эта вся тема? Мне не нравится вид. Я не могу никак поменять его мышкой. И это не круто, если честно. Но сейчас мне не нравится. Я сейчас готов критиковать игру. Типа, чё за фигня? Почему я не могу поменять вид? Ладно, давайте вниз полезем, раз не получается у нас вверх. Странно очень, я не знаю, типа, чё. А куда? Я тупо не вижу, я не понимаю, куда мне нужно лезть, и это не круто. Давайте, типа, с этого. Так, нормально. А, вот, наверное, сюда нам нужно. По-любому. По-любому, по-любе. Да. Ну, я надеюсь, что сюда. Я, конечно, не уверен на все 100%, но... Тем не менее. Все время куда-то лезу, куда-то прыгаю. Что происходит вообще? А, я почему не могу выворачивать мышкой-то? Что типа это за фигня? Это не круто. Очень не круто.
Я не могу. Я не могу перемещать мышку. Вот. Что? Наконец-то. Наконец-то теперь я могу хоть что-то. Я типа должен был увидеть, наверное, эту штуку. Эту сцену я на самом деле не смотрел на нее. Я тупо смотрел, как. Куда, в общем, дальше идти. Пока я просто плутаю, бегаю, осматриваюсь, что и как здесь вообще пытаюсь понять. Игра, опять же, мне вот. Вот по всем этим прыжкам, всем этим поползновениям по стенам, мне напоминает Assassin's Creed. И это, наверное, это все-таки в минус. Да, игра Assassin's Creed классная, все такое, но в целом. Сам не говорю про какую-то конкретную серию игр и так далее. Ну, имею в виду часть какую-то конкретную, а вот прям в целом. Но... Ну, куда мне дальше идти? Я не знаю. Возможно. Так, надо немножко смотреться, что, куда, как вообще. Может быть, по этой штуке надо как-то забраться. Да, наверное, по этой. Че, куда еще тогда? Офигеть, он лазит просто на руках одних, без ног. Я понимаю, это прям джедай. Это же не джедай, это какой-то этот... Кроссфитчик. Кроссфитер. Хорошая очень физформа у него. Так, ну погнали. Куда-то иду и нету какой-то определенной цели, если честно мне. Ну, кроме вот этих вот конкретных испытаний, которые здесь вот. Дерни рычаг управления внизу. Что-то как-то... Может, зря сюда? Уйо! Это было опасненько. Дерни рычаг управления внизу. Что-то я сейчас не очень понял, что нужно дернуть. А, вот он. Вот он, друзья мои. Готово. Теперь ты. О, кайф. Так, заход зафиксирован. Так, я не знаю дальше куда, но... Ты как там? Нормально. Напугал ты меня, парень. Ух, а я хорош. А я реально хорош, друзья. Мне начинает нравиться вся эта штука. Это какие-то квесты такие небольшие. Я выполняю, это прикольно. Давай сюда. Вроде начинаю понимать логику игры. Типа вот по этой штуке я могу лазить, по этой не могу лазить. Это круто, на самом деле. Пять. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи. Просто ужас. А я всегда говорю, что не все они предатели. Может быть. Да. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да. Разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а. О, это же знаменитый. Кстати, платили во времена республики получше. Эй, ты за языком-то следи. Послушай, за такое заплатят столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? А и правда, это что такое? Добрый вечер, он сказал. Добрый вечер, я диспетчер. О, это прям как, знаете, в этом. Ой. Йоу. Прикольно. Это как на этих, на ледянках кататься, знаете, в детстве. На заднице. Блин, это очень динамичная экшовая игра. Есть что-то в этом, знаете ли. Assassin's, это Assassin's Creed. Пока что для меня это Assassin's Creed. Сюжетом Star Wars. Проф, держись. Я соскальзываю. Нет, не отпускай. Не удержаться. Проф, нет.
Используй силу. Я использую силу. Рауф, ты цел? Я в норме. Прикольно. Прижало. Пилота нет. Я вытащу нас отсюда. Держись. Осторожно, Кэл. Берегись. Ого. Эта штука едва летит. Держись. Да, это прикольно. Так, надо уходить, давай. Все так быстро. Блин, какой же он такой, прям, знаете. Это же все ты, да? Накачанный трав. Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Слышишь меня? Я ж видел, я ж своими глазами слышал, видел. Прав. За тебя ж награда. Знаю, я знаю. Так, что ж, будем осторожней. Да. Ну что ж, пока все достаточно неплохо, друзья мои. Лично мне довольно интересно. Опять же, я повторюсь, что я не фанат Звездных войн. Вот точно не фанат Звездных войн. Хотя я их смотрел. Ну, по крайней мере, первые 6 частей. В норме. А ты тоже, да. Кэл. Мы давно работаем вместе. Я впервые вижу что-то подобное. Мы с тобой такое пережили. И я знаю, как ты рисковал. Я перед тобой в долгу. Не замочь. Я серьезно. О, за это не переживай. Но здесь небезопасно. Может, ты того сбежишь? Сперва мне нужно забрать кое-какие вещи. Пепперс поможет мне. Он вроде как на Наршат, да? Да. Мы теперь не скоро увидимся, прав. Да. Ну ладно. Ладно, Кэл. Как-то грустненько стало, знаете ли. Как-то грустненько. Сейчас ему сон какой-нибудь приснится. Или все-таки не уснет. Странно. Сейчас кто-то. Ну, судя по всему, нужно опять побегать, походить, посмотреть. Брау, подожди. Ускорение не работает. Куда ты идешь? Ну, по крайней мере, вот он, Рауф. Даже не наши иллюзии. Забавно. Так, и что я могу сделать? Прикольно. Это что, мираж какой-то? Я не понимаю. Ну ладно, окей, мы идем уже в другую сторону. R2D2 назывался, так. Наверное, будут у нас какие-то враги. Вау, ёп! Извините, ребят. О, наверное, громко, но что-то так. Оп, и что? Что? Что вообще такое? Взаимодействие. Использую силу. Рыцари джедаи, мы борцы со злом. Темную силу мы завяжем узлом. Слушай и
и запоминай. Учитель. Верь только в силу. Это типа мастер Йода? Или это сон всего лишь был, да? Поезд встал. Ага. Что-то здесь не так. Всем встать! Проверка личности! Всем построиться! Может, очередная проверка на контрабанду. Кайло Рено. Много Кайло Рено. Или он сейчас из этой тачки выйдет. Кайли Рено? А попки-то у них стальные. Это точно все? Да, вторая сестра. Вторая сестра? Мы ищем опасного беглеца. Это не какой-нибудь анархист, а последователь мерзкого ордена джедаев. И если не выдадите предателя, вас обвинят в заговоре. Лучше рассказать правду, иначе всех вас ожидает смертная казнь. Наверное, мне стоит признаться. Я столько лет работал в этой дыре. Еще до войны. Мы ремонтировали корабли. Лучшие в галактике. Но при Империи... инженеры... стали разборщиками. А рабочих... просто поработили. Ралф. Мы все это знаем. А вот и меч джедая. Просто... боимся сказать... для Империи. Мы все лишь ресурс. Да, ты прав. Нет! Световой меч. Неужели? Воу! Ничего себе. А вот и джедай. Штурмовики. Какая боль! Какая боль! Как ты здесь оказался? Полегче. Тут посторонний. Эй, может... это ты! Как ты так, братаны? Так, что у нас здесь? Воу! Слушайте, граффити можно рисовать с помощью этого светового меча. А, это типа защита, да? Слышал, что передали по связи. Джедай? Опасно. Держите, чтобы заблокировать зарядные бластеры. В атаку! Попадите по нему, наконец! Воу! Джедай, сразу... Объект здесь! Огонь на поражение! Так, надо как-то забраться, наверное, туда. Что-то я попку только его вижу. Давай, 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 давай. Стреляй. Давай, стреляй. Стреляй! Чё? Еее. Как-то так? Приближается противник. Воу. Внимательнее. О, да. Мы рыцари джедаев.
Ауч. Сейчас было больно. Пошел ты к черту. Так, отлично. Могу взаимодействовать. Так, сейчас напишем какой-нибудь вирус. Что здесь у нас? Опять по этой дорожке. Так, ладно. Не останавливаться. Шо? Я не видел, чтобы ты утром занимался вместе со всеми. Захват цели, смени цель. Так я готовлюсь. Так ты готовишься к смерти. Отдохнешь, когда умрешь, штурмовик. Живее! Принято. Отлично, отлично, отлично. Воу, вот эти вот сцены мне прям нравятся. Крутые. Хорошо, хорошо. Так, куда он побежал? Ах ты какой он, слушайте, он прям шустрило. Все, капут тебе. Еще один подошел. Как тебе это? Отведай моего горячего пирожка. Злобный штурмовик. Виктор. Че прям больно, слушай. Силу надо использовать просто периодически, и будет все хорошо. Ой, хорош! Отлично. Ничего себе, слушайте, я прям крут. Прям крут, ребят, мне прям нравится. Слушайте, это вот уже все. Это уже Star Wars. Обалдеть, ребят, я еще и такую штуку могу исполнять. Хорош. Давай, давай, давай. Красава. Давай, 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 давай. Сейчас мы подойдем. Подойдем. Если беглец покажется, я его встречу. Стреляй. Попробуй верни. Весь отряд погиб. Хорош. Так, дальше что делать? Так. Я пробью твою защиту. Давай попробуй пробей меня. Черт, надо забраться сюда или что ли? Так, надо подумать. Давай, давай. О, слушайте. Опасно. Давай. В принципе, как я понимаю, это может повторяться. О, попал. Отлично. Очень тоже хорошо. Так, это не сработало. А дальше что мне делать? Ой, я хз. Так, может быть как-то попытаться на боковинку вылезти. Это тоже понятно как. Сила не работает. Сила не особо работает в данном случае. Да. Так, может потом сюда нужно как-то. А, вот оно что. Так, хорошо. Пошли, 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 пошли. Отлично. Е-е-е. Так, перекат ZZ. Есть. Я знал, что ему это не по силам. Чё за фигня? Куда-то я прям попал в плохие, так сказать, сети. Я тупо упал. Окей, ладно, это нормально, это чтобы... Пробел. Индикатор силы на нуле, наносить урон врагам, чтобы восполнить силу.
Хорош. Хорошая попытка. Лично идем. Прекрасно. Мне прям нравится это все, знаете, так разбивать. Клево. Так. Что у нас здесь? О, нет. Oh, no. Сейчас. Побежали. Хорош. Упс. А мне везет. Бачок, назад. Давай, назад, давай. Давай. Так, что-то не очень, да? Надо вниз. Окей, я тебя понял. Спасибо за подсказку. Кстати, это очень хорошо, это мне нравится. Подожди. Ай, вниз надо. Нереально. Воу. Это, ребят, сцен. Ну, конечно, игра, правда, весит. Надо сказать, что 50 гигабайт весит. Так что, я думаю, далеко не на всяком компе пойдет она. Это плохо. Ну, я имею в виду нормально. Без проблем. Без всяких там таких. Траблет Михалычей. Только наверх. Это мой девиз по жизни. Только наверх. Так, давай сюда. Так. Только вправо. Оу. Обалдеть, ребята. Такие штуки делаю. Слушайте, я не только джедай, я еще и мастер паркура. Я реально мастер. Знаете, такое ощущение, что в рыцаря джедая еще вселился какой-нибудь ассасин-кридаец. Ассасин. Ну, есть такое ощущение, прям реально. Ну, слишком уж удачно лазим, прыгаем. Я так не смог, если честно. Хотя когда-то занимался немножко паркуром. Где-то годик, наверное, или два. Ну, я тоже, в принципе, любил лазить. Что-то даже получалось. Так, и здесь что у нас? Здесь стрём, конкретный стрём. Мы поможем тебе! Кто вы? Не сейчас! Беги! Подберем тебя, когда сможем! Ну, окей. Ну, ладно. Оу! Жестко. Так, хорошо, полезли. Ну, точно лазит. Ту-ду-дум. Так, хорошо. Я вообще хз, почему я лажу, как бы не видно здесь, что можно лазить по этим штукам. Но каким-то чудным образом у меня это получается сделать. Чё, и так прыгаю, причем вверх. Вертикальные прыжки, конечно, сумасшедшие у меня. Нереальнейшие. Ой, хорош. Ну, неплохо. Отлично. Блин, они на самом деле крепкие ребята, если честно. Отлично. Так. Что, друзья, на этом я предлагаю, в принципе, сделать паузу, вернее, закончить этот ролик. Если вы хотите продолжение, то давайте наберем хотя бы 40 лайков. Ребят, с вами был Макс Шубин. Канал это реально интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки и максимально распространяйте, пожалуйста, этот ролик. Подписывайтесь на все мои социальные сети, все ссылки в описании. Всем удачи, всем до скорой встречи. Увидимся.